Напишем словарный диктант. Дополнительное задание в этом словарном диктанте. Нам нужно будет все слова разделить для переноса. Внимательно слушаем, начинаем диктант. Очень. Островок. Островок. Маша. Характер. Характер. Прозрачный. Прозрачный. Нервы. Беседа. Беседа. Рыба. Рыба. Руки. Стол. Крылатая. Крылатая. Комната. Комната. Ребенок. Ребенок. Туча. Туча. Ситуация. Ситуация. Телефон. Телефон. Рукав. Пятачок. Пятачок. Свежий. Свежий. А сейчас проверим написание всех слов. Напоминаю, все слова нужно было разделить для переноса. Очень. Островок. Маша. Характер. Прозрачный. Нервы. Беседа. Рыба. Руки. Стол. Крылатая. Комната. Ребенок. Туча. Ситуация.
Телефон. Рукав. Пятачок. Свежий. Для уверенности проверь написание всех слов, которые нужно было разделить для переноса.